Здравствуйте. Как раз у меня отстанут от этого замка. Тоже не против. Так, здесь у нас что? А. Пока. У него что? Новый уровень наших ребят. Отлично. Куда это собралась девушка? Смирно! Так, давай героя тоже сюда пока пересылаем. Толку-то мне от него здесь сейчас. Ходы закончились. Куда идем? Не знаю. Ай, пока у меня кто-то здесь в центре. Так, давай-ка мы сразу клинки им. Что еще сможем? И, о, отлично. Защита. Ну, геройчик наш идет. Быстрый, конечно, просто аж абзац. Так, дядь, тут есть другой дядя, которому надо будет разобраться. Что-нибудь вытворять-то буду, я посмотрю. Нет, слушай, прикольная игрушка. Так, пытаются... Так, почему форт не работает, я понять не могу. Решили героя убить. Да, нападают они нехило. Понятно. Погоди, а ну это пока нейтральное все. Это пока все нейтральное. Заклинание. Что за заклинание у меня? Пущение, наверное. А, я птиц начал делать. Блин, тут забываешь вообще все. Ладно, делаем тогда змеев пока что. Да, у меня военное положение. Здесь не до развлечений, так сказать. Трезвы, как стекло! А вы простите, ребят, кто такие? Их даже не убить-то нормально, нифига себе. Лихо. Mm-hmm.
А регент-то у них неплохой. Как они это все могут выдерживать, интересно, все-таки. О! Надо... кого тут добить? Так, враг под стенами где? Где наша вражина? Ля-ля-ля-ля-ля. Да нифига себе, у тебя дальность выстрела. А ну пофиг туда. Ну ладно. Еще один отряд погиб. Все, потихонечку, полигонечку. Надаем ему под жопу. Слышь, вы вообще убьете когда-нибудь этого идиота? Ладно, вопросов нет. Ай, враг под стенами. Так, до этого не достаю. Воины! Атаку! Так, теперь как-то его главное не отпустить. Наконец-то ты сдох. Я уж думал, такое не случится. Новый уровень, прости, кого? А твой? Ну так, леса, луга. Давай так вот. Огонь. Да, я в этом-то уверен. Но вот отряд ваш, конечно, подкоцали хорошо. Так, давай попробуем этих, а то у нас лучники, кажется. Это были не лучники. Это были явно не лучники. Так, у нас здесь хоть кто-то-то где-то строится. Давай начинаем охотников строить. Что делать-то? Здесь, блин, сейчас мне по жопе-то настучат. А денежек-то больше? Нету? Нету. Так, мне надо, чтобы ты вот этого прибил. Спасибо. Да, кстати говоря, по поводу всякого разного. Это как у меня герой. Хозяева ночи. Еще один герой приперся. Да я понял уже. Тут героев, конечно, у него тут тонна.
О, нет, она с одного раза может уничтожить. О, блин, этого не ожидал. В смысле каравелла? Блин, мне эту корабль-то в помине не нужен. О, ё. Так, ладно, будем делать вот так. Вот так вот мы не сделаем. Наконец-то он может стрелять. Что, серьезно? Круто. Так. Герой. Ирос мой. Они заплатят. Просто такой сильный, что аж мне просто дурно. Честно признаюсь. Такс. А многих мы здесь убить не можем. Так, порядок. Здесь можно и сюда. Клолик. Смотри, какой дядя тут есть. Да-да-да, я в курсе. Тоже мне это не нравится, но ничего не поделаешь. Так. Прячься пока сюда. Мы тебя на ринг сейчас отправим. Здесь никого нету, да? Значит, я сразу давай попробуем город. Так, отряд без приказов. Какой отряд? А, эти? Господи, вспомнил. Да, тут пока охраняешь. Вы убиваете этих. Ну, если сможете, правда, их убить. Правда, вопросов еще больше осталось. Как их убить? Так, весело, весело. Слушай, игра реально не оставляет тебя в покое ни на секунду. Ладно, на этом я закончу. Продолжим уже. Ай, блин, 58 минут серию надо будет делить. Не запишется просто. Ладно, давай еще продолжим. Порубаемся немного. Я придется, извините, народ, но серии такие надо разделять. Почему-то YouTube не очень любит такие большие серии. Ладно, я пока на паузу схочу, пойду хоть ноги разомну. Ну что ж, давай продолжим. Ноги я размял. Сейчас. Откроется окошечко волшебное. Будем продолжать сидеть в глухой обороне. Наверное, серию так и назову. Глухая оборона. Интересно, кстати. Ну, нет, хотя надо брать боевые корабли. Надо десятка 2 налепить.
Я хотел попробовать поднятие земли. Может, я могу воду приподнять где-то вокруг главного города. Бы это очень, кстати, сильно не помешало. А тут конец хода, у меня еще плюс добавок. Ну, мы уже сократили их, так сказать, популяцию. Сейчас еще десятка три не подойдет, будет нормально все. Да-да, добей, кстати, вот этих вот. Я имел в виду добить, ну ладно. Так, чем его кролика бежаете? Как там и кролик-то? Надо его спрятать в домик. Кролика надо спрятать. Как он там хоть поживает? А ему, мягко говоря, нас плевать, да? Ладно, тогда прятать не будем. Так, ладно. Что нам надо уничтожить? Вообще-то вот это бы не помешало все ликвидировать. Ого, крепкий. Дядя, кого такой мощный-то? Так, давай-ка мы по этим шандарахнем. Всех не убили, но это и надо. Не достаем. Тебя добьем так. Так, с вами что делать, дорогие мои? Не добили. Не добой. Я знаю, что заклинание готово, не в этом дело. Давай мы тебя сюда. И вас немного подкоцаем. А ты у нас, мой маленький друг, бьешь вот этих вот. И как раз у тебя хоть корабли перестанут стрелять. Что-то, блин, как-то напряжно. Кто под атакой? Где под атакой? Прикалываешься, что ли? А-а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 -
Необычно. Опаньки, здравствуйте. А вы как сюда пробрались? Совсем издеваешься? Это мне понравилось. Вдруг откуда ни возьмись, появилась здрасте, Натя. Где, что-то еще появилось, что ли? А, они, наверное, золото хотят пособирать, я понял. Это ж такие уродцы. Не получится, сорян. Это моя территория, как бы. Начнем с этого. Так, правда, я не очень въезжаю в весь этот юмор. Давай-ка мы этот затопим кораблик. Мне он не нравится. Тоже простые дяди. А чё, вы думали, как я атаковал города? О-о-о. Я бы сказал. Такая тут у меня веселая атака была. Такая еще уж абзац, блин.
Так, крысеныши есть, да? Так, вам тоже на регене, товарищ. Единственный оставшийся в живых. Попрошу заметить. Время платить по счетам. Ты со своим временем расплаты по счетам немножко уже достаешь. Да, конечно. Только денег у меня нет нифига. Да, ему кролик явно не нравится, но у меня защита от магии смерти, типа, все дела. Вот козел. Ладно, ладно, я это еще все припомню. Погоди, какое здание я могу здесь построить? Мне что-то снесли. Так, магическая башня. Есть, форта нету. Ой, плохо. А, ну я понял. Так, есть форт, есть маг-башня. И нам надо что-нибудь еще построить интересное, да? Гильдия, к примеру, разбойников. Угу. Пока. Уж он далеко пробрался. Да. Ему главное ресурсы было свинтить. Так, давайте-ка я вот этим вот выстрелю. Башенка, ты достреливаешь? Молодец. То мы отстроим. Это не проблема. Кто-то даже остался жив, я не ожидал такого. Мне свидетели не нужны. Ну, не понял. А, все понял. Пока. Ошибся. Такс. Сколько же я эту хрень пинать-то буду? Видно много. Я рад, что ты здесь. Нам надо продолжать атаковать этот город. Так, давай-ка им дадим стрелковую защиту, чтобы они хотя бы несколько раз выставили. Получится? Так, рукопашная, стрелковая есть. Да. Так, здесь ты у нас, да, есть? От тебя толку-то мало. Пока что стой. Лучшие лучники в мире! Хотелось бы мне в это верить, но я что-то вот сомневаюсь. Роля.
А, так у меня лучники есть. Тебе не скрыться! Да я как бы не скрывался, ну да ладно. Не, бы еще там прибьют, да и все. Я лучше подожду. Как кто-нибудь сам ко мне подойдет. Пока не... Он пушками под... Они форт разрушали. Я понял. Так они достали этим уже. Так. Конечно, кораблик бы нам затопить. Давай это и сделаем. Так, кого уничтожим в первую очередь? Кого во вторую? Решили. Спасибо. Такс. Ладно, давай-ка посмотрим, что у нас тут дофига. Два рынка аж. Кузница есть. Виноферма есть. Одна. Военный университет. Вообще убью-то когда-нибудь или нет, вот мне интересно стало. Так, очки движения добавляет умение боли разума, влияет на соседние дружественные ответы, вампиризм. А в каком пределе ты влияешь на них? Рассказать не хочешь? Мне просто интересно очень. Так, ты давай в город чеши, мужик. Или хотя... Трезвы, как стекло! Этих алкоголиков сюда, герои сюда. А кролика нашего любимого сюда. Плейбоя. Вот точно, слушай. Плейбой так плейбой, отымеет всех. Так, лучники. И там пока стою. Лучники, лучники, лучники. Лучники. Так, и лучники у нас здесь уже есть, да? Да, милорд. Он еще один построил корабль. Достал уже.
Реально достал. Так, ладно, давай-ка мы построим пару катапульт. А, все, одну. Я так понял, его халява закончилась. О, давно не виделись. Все-таки я его этим задеваю. Правда, не так хорошо, как хотелось бы. Мне во что угодно не надо. Но вот один отряд, наверное, вот этих вот ребят я бы убрал сюда. Так, давай-ка мы возьмем... Да, будем пока сюда отправляться. Вами. Нет, ребят, вы здесь пока стойте, вы мне понужнее будете. Как и лучники, в принципе, тоже. Я буду стараться их постепенно прокачать. Дурацкий город, блин. Ваше сиятельство, кто-то смиренно просит вашей помощи. Так, заклинание готово. Готово. Отлично. Так, надо еще его пару раз применить. Предложение. Эй, ты! Что, да отвали ты от меня. Что ты такого сделал-то, а? Это еще меня он домогается толстый. Надо то строение будет забрать. О! Как интересно будет сказать, логичнее, пока или буль-буль? Ой, мой кролик, мой бешеный кролик, молодец, так быстро ноги, может обнаруживать невидимые отряды, ну ладно. Там он, наверное, и так настолько жесткий юнит, что ж просто капец. Ну, мечников, наверное, я бы сюда переместил. Лучников вот сюда можно переместить смело. И да, пусть здесь и стоят. Вот этих надо, правда, наверх.
Ты здесь пока и будь. Ну, блять, я тоже здесь нормально. Лучники! Ваше Величество, похоже, что в этих землях Великого Совета был повержен. Повержено, кого-то убили. О, как интересно-то. Вот это интереснее уже становится. Так. Он чует жопу, да? Так, ладно. Так, магическая башня есть? Нет, только форт. Не, магическая башня есть. Отлично. Значит, мне нужна библиотека. Иди сюда. Так, враг под столицей. На опять идут, да? Ну вы так не успокаиваетесь, я вижу. Хорошо. Привет. Ха, вообще неожиданно было. Необычно, я тебе скажу. Охотники! Так, сюда идите. Да, здесь обещает быть веселым времяпрепровождение. Время платить по счетам. Так, лучники, к примеру. Лучников давай мы здесь расположим, это раз. Вот этих лучников здесь, этих здесь. А, еще один мой герой, точно. Ну, героя тоже куда-нибудь сюда надо будет шприговать. Насчет мечников не очень-то уверен. В принципе, я могу броню еще попробовать потом поднакатить. Ты показываешь? Мы стреляем! Здрав буди! Эх, что за чё... Под украинца, что ли? Прикольно. Ничего. Охотники! Мне главное не это, не эти войска. Уж извините, парни. Мне главное этот замок дурацкий взять.
Так, заклинание готово, ура. Хорошо, мы наконец-то можем хоть более-менее здесь разъяснить некоторые вещи. К примеру, как... Ну да. Вот как вот эту вещь. Сейчас мы здесь сначала сделаем так, чтобы меня хотя бы... Да господи помилуй, вы что там, нон-стопом возрождаетесь? Где тут врага вы нашли? А! Ребята, если вы будете так по мне к одному кораблику ходить, ну... Удачно. Сдохнуть. Ну а что еще они хотят, чтобы я им сказал? По одному кораблю посылают. Так, и мне нужно вот сюда. Это раз, во-вторых. Это напрашивается на звездюли. К сожалению, не достает, да? Удалые парни! Мой плейбой, как всегда, там жжет. Ну да, не кисло. Я вот не ожидал, что он пушками сможет меня зацепить. Неожиданно. Здесь тоже у меня город не шик. А так сказать, пшик. Так, главный город у меня уже сильно натерпелся. Надо вокруг него территорию хорошую сделать. Ну, как видишь, у нас есть здесь еще форт. Магбашни нету, да? Нету магбашни. А, это очень плохо. Мягко так сказать. Блин. Но только вот так я вижу смысла как-нибудь поставить, да? Слушай меня, смерть. Да счастье тебе! Я знаю, сколько ты у меня там золота сможешь подбрить. Пошел в лес. А сейчас с тобой разберусь здесь потихонечку. Так, поднятие земли, давай попробуем. Да ё-моё, где ж ты там?
Так, сколько-то времени-то уже прошло. Да я хоть посмотрю, я тут сейчас еще на час снимаю. Так, ага. Ладно, на этом я, пожалуй, закончу. Да, на этом я закончу серию. Уже смогу разделить на две штучки. Продолжим в следующей серии. Попробуем заклинание поднятия земли. Может, сможем хотя бы для главного города расширить возможности. Всем удачи, всем пока.